Всем привет, друзья мои! И с вами Настя Вахан 23, или же Настя 123. И сегодня я бы хотела поговорить с вами насчет синего кита. Как оно разлетелось и как это, что это вообще? Синий кит — это такая игра, даже смертельная, где погибают подростки от 12 до 17 лет, играя в эту игру и получая задания от куратора. И всего 50 заданий. 50 заданий за мини-вешницу, слива, прыгаете с крыши. Так вот, хотела бы я высказать свое мнение насчет этой игры. Это игра полная дичь. Вот, сколько раз я играла в эту игру и до сих пор даже играю. Просто ради интереса, вот. Я скажу сразу, что это полная дичь. Не ведитесь на эту хрень, это же просто-напросто. Это фигня полнейшая. Ну а если там что-то у вас в жизни получается, то не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну а если вы уже решили, то не мое дело такое останавливать вас или что-то еще. Делайте, что хотите, но зачем играть, я понимаю, конечно, если вы садисты, и хотите себе навредить, но можно без всяких шумей сделать это, и просто идти в жизнь спокойно. Хотя я не советую это, потому что знаю, что в жизни много трудностей возникает, и много всяких неодобрительных моментов, но все-таки нужно как-то проживать жизнь, и нужно что-то делать такое, чтобы и вам было хорошо, и вы приносили пользу людям, а не просто проживали жизнь впустую, так скажем. Займитесь делом, займитесь творчеством, вот рисование. Если вы чувствуете какую-то обиду, то нарисуйте. Даже не знаю, обидчивого себя и посмотрите на вашу рожу, так скажем, какая система дисла. Потом рядом с этим человечком нарисуйте хорошего, веселого, радостного вас. То есть вашу вторую половинку, то есть ваше второе я. И вы сразу поймете, что такие радостные — это лучше, чем просто грустные. Вот, поэтому не надо, вы же все, ты не понял. Вот, не очень жаль этих подростков, которые учили в жизни. Вот, ты же вместе с куратором были бы добрые люди, притворяющиеся людьми, просто чтобы помочь людям. Поскольку я писала хэштеги, мне писали добрые кураторы, и даже если кураторы писали другие, они либо блокированы бы еще чем-то. Ну, а остальные кураторы — это просто простые школьники, которые просто-напросто любят подшучивать над вами и над всем живым существом. Вот так. Раньше вот эти паразитики на моей руке, они были видны очень сильно. Когда моя мама увидела то, что я типа царапаю себе руку, царапина вот эти видела, она была азгатного леща. Вот поэтому лучше не стоит. Режьте не вен, а тарты, как говорят. Ну все, такие дела. Поэтому не играйте в эту хрень. Даже интерес доведет до плохого. Ну а если кто играет, то просто будьте осторожными и забывайте, что вы любили своими родителями и любили всем миром. Ну все, всем пока, с вами была Настя и до скорых встреч. Кстати, вот тут кому интересно, у меня вот тут парисочки, короче. Ну тут маленькие они, там ни хрена не видно, там есть побольше. Вот так вот.